новостям спорта. Сборная России по футболу планирует провести 10 августа товарищеский матч со сборной Сербии, заявил в четверг президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. Скорее всего, встреча пройдет в Москве. У нас есть предварительная договоренность с Сербским футбольным союзом о проведении товарищеского матча, который намечен на 10 августа. Мы уже дали принципиальное согласие, но официальные документы пока не подписаны. При этом глава футбольного союза отказался назвать имя соперника сборной России в другой товарищеской игре, которая состоится 7 июня, через три дня после отборочного матча чемпионата Европы 2012 года со сборной Армении в Петербурге. «Пока назвать имя соперника не могу, но он уже также утвержден», — добавил Сергей Фурсенко.